Да, мощно. Да, мощно. Léon, il m'a expliqué que, par exemple, quand on manque un peu de puissance de manière générale, il est intéressant de faire des exercices tels que le soulevé de terre, le développé couché, tous les exercices de base en fait, pour prendre un peu de masse musculaire, pour prendre de la puissance. Et c'est très intéressant de faire ça pour l'affairiste hors saison. Plus on s'approche de la compétition, plus on va se spécialiser dans les exercices spécifiques qu'on va faire. David, il dit que quand il fait le développé couché, je suis d'accord avec lui, qu'il faut faire une pause, ne serait-ce qu'une pause d'une demi-seconde en bas, et pousser après, comme il a fait les 200 kilos en fait. Parce que quand tu fais comme ça, le poids est plus stable et tu sais que tu l'as vraiment validé. Потом ставит тебя действительно. Специально для нас готовили, теперь мы будем чем-то
Street Fighter. Ama bir tane kapı şeyci. Street Fighter. Là les gars, j'en pleure. C'est une émission de télé géorgienne où Levan il a été invité. C'est une émission humoristique, je crois. David dit qu'après avoir fait son maximum, c'est-à-dire que là il a fait 200 kilos, il va mettre à peu près 60-70%, 150 kilos il veut mettre. Cela permet de travailler, ce 70-75% permet de travailler, de progresser sur le résultat final sans pour autant trop fatiguer le système nerveux. Quand on fait trop de max ou on fait trop de poids trop lourd, on va dire 90-100%, 110%, on fatigue beaucoup le système nerveux. Et ça, à la longue, ça mène à la stagnation. Donc les gars, comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos précédentes, travaillez à 60-70%. C'est bien de faire des max de temps en temps pour savoir où on se trouve, mais à l'entraînement, vous êtes là pour charbonner, vous n'êtes pas là pour faire une compétition. Раньше в дзюдоме это держали часто, знаешь, чтобы... Да. Ну, кимоно, чтобы... Кимоно держать.
чем секрет грузинского армрестлинга? Я имею в виду успеха грузинского армрестлинга. Потому что в мире много грузинских чемпионов, там это одна из лидирующих наций, там топовые спортсмены из Грузии лидируют сейчас. Вот в чем секрет? Мы грузине очень любим трудиться, понимаешь? Много работаем над собой. И, так сказать, не любим, когда проигрываем, понимаете? И во-вторых, это, насколько, на мое мнение, в физических спортах в Грузии явно есть очень большой успех. У нас есть спортсмены, которые прямо к тому спорту, который нужна большая физическая сила, да, явно удается. И здесь есть люди, которые знают, и люди, которые готовы дать тебе все, что знают. А это остается в спорте, остается только генетика и остается только труда. А генетика у грузина, проблемы в этом смысле явно нет. Да, генетика у всех есть. И остается только знание, потому что сколько бы ты ни трудился, этого труда нет. Прямо, так сказать, направление хорошее и правильное направление. Тогда это зря. В грузине есть такое блюдо национальное, называется хинкали. Да. Оно на силу влияет или нет? Да. Конечно. Если бы мы не ели... Кушайте хинкали, можете да хинкали, ça donne la force et ravioli géorgien. Понимаешь, он прямо бубимчик, мясо, бубимчик. En fait, Ираклий, son père, il est commerçant dans la viande, en fait. Il dit qu'il tire de là sa force. Il mange beaucoup de viande. Donc, je suis désolé les végétariens, mais ici on aime beaucoup la viande. Manger de la viande, j'adore la viande aussi. В чем секрет грузинского успеха в армрестлинге? Я думаю, генетика. Генетика. Колбасная. Это первая причина, да? Есть еще причины или это? Ну, как будто у нас этот спорт в крови. Не знаю. Знаешь, я что думаю? Я думаю, это совокупность всего этого. Генетика по-любому есть. То, что этот спорт в крови, вот силовой спорт в крови, это факт. Поэтому и тяжелая атлетика, поэтому борьба, поэтому регби, поэтому дзюдо, поэтому все эти спорты силовые и борцовские. Плюс то, что это в крови, вы любите этим заниматься, и значит работаете, и от этого идет успех. Я всегда своим подписчикам говорю, что самое главное это верить в цель, так скажем, и работа. Ты согласен, конечно, с этим? Самое главное – это труд. Пахать, да? Конечно. Ну, многие так сразу смотрят на чемпионов, и очень быстро хотят, чтобы они тоже в таком ситуации были. А об этом не думают, сколько этот человек трудился, сколько лет тренировался, что для этого сделан. Ну так, когда так смотришь, не видно то, через да, что этот человек прошел. Конечно, есть люди, у которых так легко это получается. Да, талант. Да, есть хорошая генетика очень. Я возьму, например, Виталий. Когда я смотрю там старые видео, там Виталик очень худой такой. Я не знал, он еще много лет так занимается. По-моему, с 15 да, лет. Да, я видел, где он борется с Лилиевым.
Ну, ты думаешь, он талантливый, да? Или на, или на, ну, наоборот? Талантливый, генетика очень такая хорошая. Подходящая, да, подарность. Да. Ну, по человеку сразу видно, когда в зал приходит, вот он сможет бороться на руках или не сможет. У меня вопрос тебе такой личный тогда. Вот ты, неважно, в форме, не в форме, вот ты со мной тренировался пару тренировок, ты как можешь сказать про меня? Есть у меня какой-то потенциал или нету? Я тебе и сказал, что да, ты есть, можешь, да? бороться, да. Пахать надо, короче. Да, надо работать на технику, надо тренироваться, и потом уже приходит постепенно. Хорошо. Если бы ты сейчас был в таком возрасте, чтобы сразу, ну, пошел бы в юниор, потом, ну, да, там, пораньше, если да, начал. Ну, сейчас ты сразу такую элиту должен попасть, там сделать, вот, победить и все такое. Это, конечно, более сложно. Согласен. Тебе, ну, так, такое, ну, надо побольше средств в этом вкладывать, время, вот и все такое. Это должен быть стиль твоей жизни, а не так, не так, что вот я... Не баловаться. Да, вот у меня есть свое дело, и армрестлинг вот так, ну, что-то так, как хобби. Вот так, иногда позанимаюсь и все. Хорошо. Так и пойдет. Хорошо, спасибо, Леван. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, faites-le moi savoir en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, les gars, ça donne de la motivation. Et n'oubliez pas, les gars, comme l'a dit Levan, le travail et la détermination payent. Force et honneur. Mon ami, bienvenue sur la chaîne Bras de Fer Sportif. Es-tu abonné? N'oublie pas de liker et de commenter mes vidéos. Abonne-toi. J'hésite. Ok, ça va, ça va. Bon visionnage.